Это пятый юбилейный фестиваль духовной музыки, который проводит в рамках Дня славянской письменности и культуры в Химках. Но в этот раз программа намного масштабнее и насыщеннее. Праздник приурочили году семьи, объявленный президентом в 2024-м. Старт масштабному фестивалю конкурсу «Моя большая дружная семья» и обратился к жителям Подмосковья с приветственным словом глава Химок Дмитрий Волошин. Наша страна, Великая Россия, это большая одна семья, в которой мы все вместе состоим. Давайте будем ее делать с каждым днем лучше и краше, и семейные ценности никогда не будем забывать. Пусть они будут с нами всегда в наших сердцах. Возле храма Богоявления Господня в Химках взрослые и дети почти все пришли на фестиваль-конкурс с целыми семьями. Особое внимание уделили многодетным. Это очень здорово, когда многодетных семей все больше и больше. Замечательно, что это происходит. Действительно, каждая семья призвана к рождению, христианскому воспитанию детей. За сохранение христианских ценностей и традиций отметили 12 многодетных семей. Все они из разных уголков Московской области. В каждой родители воспитывают более 5 детей. А это колоссальный титанический труд. Именно из гармонии и понимания складываются крепкие семейные узы, отметили на фестивале-конкурсе. Многодетным вручили благословенные грамоты епископа Сергиево-Посадского и Дмитриевского Кирилла, а также цветы и памятные подарки. Семья является действительно крепкой и дружной, когда в ней есть взаимопонимание. И это взаимопонимание проверяется через воспитание детей. В числе награжденных супруги Гуржи в их семье 8 детей, 2 девочки и 6 мальчиков. Братья и сестры стоят горой друг за друга. Все вместе ведут активный образ жизни. Всегда находят время для спорта и творчества. Супруги Оксана и Михаил уверены, что любовь приумножается в детях. Нужно просто жить, наслаждаться жизнью, какой бы она ни была. И, конечно же, у нас трудностей больше, чем в других семьях. Просто спокойно к этому относиться, решать их с миром, ну, с любовью, с терпением. Для зрителей выступили хор Донского и Свято-Даниловского монастырей. Каждое исполнение зрители слушали с замиранием сердца. Пробирали до глубины души и выступления Химкинского детского сводного хора. Фестиваль-конкурс объединил более 500 участников. Для гостей подготовили и мастер-классы. На одной площадке можно было научиться росписи матрешек, смастерить куклу из пряжи и попробовать себя в резьбе по дереву. Я делаю вот такой красивый, потом прибью ее к дереву. Здесь найти мастер-класс по душе смогли и взрослые, и дети. Для самых маленьких организовали занятия по изобразительному искусству. А можно вашу работу покажу? Да. Посмотрите. Мне кажется, прекрасно получается. А еще все желающие на фестивале-конкурсе смогли создать свои мелодии на передвижной звоне цибила и насладиться фотоработами выставки «Семейные традиции». И, конечно, отведать блюда настоящей полевой кухни. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.